Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. 13, читаем. А, ну что, 13. Öyle mi? Doğru mu okudum? 13. Да. 14. Kaç? Aa, 14. 15. 15. Ага. 16. Duyuyordum ben bunları senden de. 17. Ne? 17. Okumayı bile unutmuşum. 18. 19. O ne ya? 19. 20. Хорошошкин был. 20. Герек yokmuş еще. 20-50. О, говори, ерлемея герек yok, evet. Давай. Sen ne işin? 50'ye başlayıp okula gidecek. 2'ye kadar bilse getir. Sen двух kardeş sat. Друзья мои, мы сейчас с мужем моим, видите, чем занимаемся. Все, все. Birinci. Первый. İkinci. Второй. Öyle mi? Второй. Второй. А? Второй. Второй. Sen ya, okumuşları yanlış. Второй. Sen farklı söylüyorum ben. Tamam. Третий. Ага. İngilizce gibi. Третий. İngilizce, sen İngilizce. Три, üç. Free. Free? Uh-huh. O ne? Three diyoruz. Ama three yazıyor burada. Free mi? Siz TL'leri falan mı okuyorsunuz? İngilizce free. One, two, three. Четро, три. Tamam, anladım o. Tamam, дальше. Onu çözdüm. Beşinci. Aşkım, sana bu gerek yok. Temel söz. Evet, daha biliyorum daha. Daha. Zaten tek bildiğim o. Hayır, net. Niyet mi? Net. Yok. Siz ama da farklısın. Sen söylesene bir. Niyet. Bak burada net diyor. Niyet. Niyet olması lazım okumuş. Değil mi? Ben güzel söylüyorum. Niyet. Elbette. Tabii ki. Obra... Ne? Obra zatör no. Обязательно. Soruyorum. Пожалуйста. Doğru mu? А? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, лütfen. Пожалуйста. Татлы бегут. Пожалуйста. Пожалуйста, лütfen. Пожалуйста. Верим миси. Дальше ошкетов. Спасибо. Спасибо. Söyle, Nija. Nija. Не за что. Не за что. Не за что. Bir şey değil. Пожалуйста. 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 Рыча ederim. Bunları duyuyordum senden de. Пожалуйста, пожалуйста. Бай. Господин. Öyle mi? Господин. 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 Энвер Бей. Бекер бая. Госпожа. 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 Aşkım, sen konuşmak unuttun. Госпожа. Evet, aşkı tamam. Хорошо, tamam, хорошо. Хорошо, tamam. Aaa, хорошо. Nasıl o zaman iyi oluyor? İkisi de mi? Aynı ama. Хорошо, tamam. Хорошо, iyi. Aha. Aynı ikisi. Bunu nasıl okuyacağım ben ya? Suda böyle istiyorum. Suda böyle istiyorum. Ne kadar yuvarlıyorsun? Ay, отлично. Rusça bilmiyorum. Bunu güzel söyledim ama. Güzel. Bilmiyorum çünkü. Ne kadar yuvarlıyorsun? Паруски. Говорю. Хади капат. Все устал. Не говорю по-русски, все, дверь закрывай. Яваш конушабилир мисинез. Мажата говорит медленнее. Медленнее. Яваш конуш. Затем я ничего не умею говорить. Текрар edebilir misiniz? Мажата патра пат пат паф пафтарит. Пафтарит не я. Böyle bir kelimem var. Tekrar. Tekrar. Yazar mısınız lütfen? Наверное, да, надеюсь, вам было это интересно. Пожалуйста. Пожалуйста'yı duydun mu ya? Lütfen ha, пожалуйста, lütfen. Duydum, пожалуйста. Lütfen de o, pardon. Yazar mısınız? Ne pi şute. Не пишите? Не пишите. Молодец, Ашкин. Daha bu kolay dili olan bir kadınla evlensin. Çok zormuş.
Nasıl ben de evlendin? Я по-русски говорю, а ты? Ты говоришь по-русски? По-русски? Говоришь? Говорить не иду. Говоришь? Şimdi sen İngilizce konuşuyor musun? Çabuk bul iz zevir cevap ver. Ne говорю по-русски? Onu öğrenmiş. Bunu tam olarak öğrenmem lazım. Не говорю по-русски. Девочки, я не могу. Русча bilmiyorum desem. Так мы целый день с ним. Anlarlar herhalde. Ой, aşkı to biliyor. Biri bir şey söylerse hemen. Не говори. Не говорю по-русски. Сыфер. Друзья, мы пошла ему кофе приготовлю, он заслужил. Всем привет, мои дорогие. Мы вышли со школы по делам. Ждёт меня, дорогой. Покажу вам, расскажу всё. Да, мои дорогие, оказывается, мы еще не полностью познакомились с Мерсином, потому что он настолько огромный. Мой муж спрашивал у всех подряд, как доехать до этого места. Нам нужно сейчас с мужем найти офис, где переводы делают паспортов с грузинского на турецкий, хотя я сомневаюсь в этом. Мы все-таки решили прийти, а также мы хотим зайти и посмотреть большой Карфур, что там вообще. И так было смешно. В общем, смотрите, мой муж по карте ищет, потому что он не знает. Не знает, я переверну камеру и покажу вам. Однозначно, что мы находимся в Йенни Шехир, Беледие. Вот видите, тому доказательство. Вот такой парк. Вокруг покажу я сейчас. И вот впереди, вон там, вот там, Карфур. Ну, видно, мой муж до сих пор не разобрался, где и что. Но зато у нас романтический день, как всегда. Подошли мы поближе, посмотрите, сколько, какой он большой. Тут как торговый центр похож, да? Да, не думала я, что такой он большой. Сейчас мы перейдем, посмотрим. Марки тут тоже, бренды все. Polo, Collins, Cotton. Еще что здесь? Waikiki. И больше не вижу. Мой муж все спрашивает, говорит, что вроде бы мы приехали не туда. Такого здесь нету. Да и время уже 4 часа. Скорее всего, мы выехали погулять вышли, покайфовать с ним, посмеяться, порезвиться, чем мы и занимаемся. Друзья мои, я так хочу порадоваться, как ребенок радуюсь. Вот тут мы еще с вами не было. Сколько книг продают. Как интересно. И Фло здесь, и все. Мави, вот там вот разные эти магазины. Как интересно, пошли мы гулять. Какие здесь красивые книги, глаза разбежались. Вы посмотрите, 20% скидка. Видите, сколько книг, мама дорогая. Страна книг, друзья. А? Посмотрите, сколько книг. Разукрашки. Ашкин, бояя, о, Гюзель. Баксен и Гюзель. Посмотрите, сколько книг. Покажу вам такой огромный коридор. Куча магазинов. Вот Карфур сам. Потом пойдем и сюда зайдем. Пошли нам. Видите? Видите, в этом Карфуре есть даже вот аттракционы для детей. Можно оставить. Все-таки молодцы они, молодцы. Видите? Здесь можно выгравировать
свое имя. Флорист. Какой красивый баннер. Что это за гараж? И аттракционы тоже. Продукция из мяса. Пойдем посмотрим. Там гратис. Какие тортики с вишневым вареньем. Посмотрите. Посмотрите, какой красивый красный. А эти какие печеньишки разные. Видите? Профитори. Цены упали. Бирки ложки. Надо бы карнал. Это как сефир или что? Безе. Это безе, друзья. Сюда, короче, голодным нельзя ходить. Голодным ходить сюда нельзя. Опасно это дело. Ходить голодным. Покажу вам цены баклавы. Это 21. Это нормальные цены. Вы знаете что? Здесь намного дешевле, чем продают в куринах этих. Я сейчас скажу мужу своему. Смотрите, 32,70 стоит 24 человека. Тортик. Мир хлеба. Вы видите мир. Страна хлеба, страна. Ой, эта маска на нервы действует, сняла я. Дышать невозможно. Так, яйца почем? 42,32. Но я сегодня также купила на 42. Где муж мой? Я потеряла своего мужа. Ой, друзья мои. Короче говоря, где мы Ашкым? Ашкым на рыбу смотрит. Эти бананы. Ашкым не олду. Сенин севдим ер. А, кичук да парча? Вот тане, 30 лир. Вот турк самон не када? Bu somon, turk. Bu somon değil aşkım, bu çıktı. Norveç var. Türk'ü göremedim. Fiyatları da görmüyorum. Sen görmüyorsun, ben görüyorum. Görüyorsun. A, это мясная лавка. Так, смотрим, сколько стоит мясо. Медленно буду показывать. 85. Самое большое 105. 120 есть. А вот эти кусочки стоят 130. Так, 166 есть, люди мои добрые. 142. Вот это 177. 180. Тут с пряностями уже готовая. Это, видим, телятинка, такой цвет красивый. Фарш. Курица. Видите, какая курочка здесь. Красота, красота. Ермиучта. Ермиучта. Без биржи борса я гиды джес. Ермиучта. Ермиучта борса я гиды. Это
это район, это отдел пряностей и уксусов. Но я не нашла нохут, мою гороховую муку. Вот это меня огорчает. Какое растительное, это оливковое масло, видите, натуральное. Без очков я ничего не вижу, друзья. Это 17 стоит, красота. Короче говоря, смотрите, сколько чего здесь. Мы ходим, везде скидки. Бесплатно дают девочки, мальчики, бесплатно. Чай. Ашкин, везде чай дают? Индирим йог мы чая? Я говорю, нету на чай. Вот такой липтон мы пьем. О, я, знаете, здесь дешевле чай. Нет, такая же цена, 42. Ну, 42 мы покупаем там. На чай, к сожалению, нету скидок. Какой красивой упаковки, да, у этого чая. Это, наверное, листовой, да? Tamam da, bursa sistemi var. Hayır bak, ben de sana açıklıyorum, kavga mı ediyorum şu an? Sen açıkladın, durumunu izah ettin mi? Ben... 1000 lir stoyut. Bunu konuşmamı dinlemiyorum. Dinlemiyorum, kavga. He. Şimdi diyorum ki, bir sistem var diyorum. Borsa olabilir, altın olabilir, veya bank olabilir. Tamam dedim. Да, цены. И такая маленькая бутылочка 190. Это шампанское. 300 лир стоит. Да, здесь скидки хорошие. Я смотрю их на несколько лир, 9-10, и то хорошо. В общем, здесь страна яиц, страна сосисек. У меня глаза разбежались, друзья мои. 47 яйца. Ага, здесь дороже. Тут также есть и по скидке. Очень много сосисек. Лир тоже есть, 16 цены. Ватсонс, друзья мои. Еще игрушечный магазин. Хорошо, музыки нет, не так слышно, что не банит, не забанит. Шарики для праздников, атрибуты. А сейчас мы пришли в мир обуви. Смотрите, допустим, вот такие. Стоит, можно купить за 140 лир. Так вот. Это дешевый магазин обуви. Эти 180. Bu 44 numarası, 43 numarası var ya. Bu kadar vardır. Bu 41. Bu ayağı uzun gösterir. Büyük gösterir. Daha büyük gösterir. Ana bu kaç numara için biliyor musun? 34. Bakıyor.
Идем сейчас с мужем, смотрим район Енишехир, стройки тут вокруг, такой огромный, здесь лицей. Сами впервые здесь с ним. Ашким турист гиби. Ашким сен турист мусын? Асын? Турист мусын? Турист değil, но... Турист не давранился. Друзья мои, мы так хорошо с мужем провели сегодняшний день. Просто нет слов. Сделали очень много дел своих. Нашли, где бюро, где можно перевести документы. Завтра пойдем туда. Сфотографировалась я. Также какую-то справку он достал. И хотел он меня пригласить покушать где-нибудь в ресторане, но я отказалась, потому что дома у меня ждал телефонный звонок. И я приготовила быстренько печенку, отварила салатик, сделала тампуни моему мужу, чёрку свеженькую, ну а мне фасольку. Приятного нам аппетита! Замечательный день! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.